На конкурс дети читают стихи. Насырова Яна, 6 лет, город Орел. Самуил Маршак, багаж. Дама давала в багаж диван, чемодан, саквояж, картины, корзины, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложит багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Тут вдруг видит, стоит у колес огромный зверошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж. Картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир, носильщик 15-й номер. Везет на тележке багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А сзади ведут собачонку. Собака как зарычит, барыня как закричит: разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картин, корзин, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша, на станции согласно багажной квитанции от вас получили багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькую собачонку. Однако во время пути собака могла подрасти.